смотрите, вы вначале проигрывали. Вас это подстегнуло к активному действию во втором тайме? Конечно, потому что мы не хотели проигрывать, не хотели выбывать на столь ранней стадии. Мы прошли групповой этап, мы слишком далеко зашли, чтобы покидать турнир. Мы чувствовали, что мы превосходим, немножко превосходим соперника, у нас идет игра. Чувствовали, у нас были моменты, просто подводила надо реализация. И проигрыш был бы, наверное, не по игре сегодня. Мы продемонстрировали большую сплоченность, большее желание победить этот матч и в итоге добились победы. Смотри, превосходство вы почувствовали уже, наверное, забив последний мяч, а не при проигрыше 3-1 по игре. Мы чувствовали, что сильнее, что мы должны играть хотя бы ничью и выигрывать. И получился показатель. За последние две минуты все шло к серии пенальти. Были готовы к ней? Была дикая серия пенальти, было очень интересно наблюдать за этими командами. Не думали совершенно об этом и хотели выигрывать основное время. Но, в принципе, если бы случилась серия пенальти, я думаю, что наши игроки смогли бы достойно завершить. Ну, это лотерея, братан. Это лотерея, да. Но у нас много игроков, способных забивать с пенальти и делать это хорошо. У нас еще много игроков, которые способны забивать с игры. Поэтому мы здесь, а не там. Смотрите, ребята, вероятнее всего, ну, не будем, конечно, загадывать, но у вас же следующий соперник МЧС. Вы зашли уже слишком далеко. Вы будете на какой? Мне очень важно сыграть Союзом в полуфинале. В полуфинале. Потому что, мне очень важно это просто. Ну, я понимаю. У меня брат в Союзе играет. Хорошо. Мы сейчас играем с МЧС. Сейчас можно сравнить нас с Ростовом, МЧС с Баварией. Но это еще неравные силы, но это еще ничего не значит. Хорошо, ребят, будем с интересом смотреть на игру. Да, можно, конечно. Я хочу вызвать Максима Коваля на рэп-батл. Это обязательно, потому что у него не было шанса слиться, чтобы это все сняли. Ты хочешь, чтобы нас АФЛ снял? Нет, не хочу, неважно. Вот. Еще я хочу передать привет Антону Силукову, капитану команды «Катит». Привет тебе, Антоша. Я очень много времени, вот я сейчас травмирован был полсезона, я очень много времени уделял как раз тактической подготовке «Катита». То есть, я как Бердыев для них был, тренер, там прям как лидер, легенда, и плоды давала. То есть, эта команда на самом деле, не рядом за рядом в моем сердце, но очень близко. Привет маме, папе, сестре и всем моим подружкам. И моей.